Знакомьтесь, Матей Михалко, предприниматель, консультант, энтузиаст биткоин и блокчейн. Матей учился в Федеральной политехнической школе Лозанны, Швейцария, а также был интерном в телекоммуникационной компании Orange Slovensko. Затем работал в отделе исследований Nokia. С 2013 года занимал пост генерального директора в нескольких компаниях, занимающихся инновационными технологиями и криптовалютами. В 2015 году Михалко стал сооснователем и генеральным директором Decent, платформы децентрализированного цифрового контента. Кроме того, он является консультантом бизнес-маркетплейса SophiaTX.